Передо мной Березин Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, сегодня состоялся вот этот матч уникальный. Ветеранов ЦСКА и юных армейцев ЦСКА, юноармейцев. Вот. Как вы к этому относитесь, к этому событию? И открытие базы сегодня было? Великолепно отношусь, очень хорошо, что ЦСКА развивается. Очень хорошо, что у нас есть подрастающее поколение, которое достойное поколение, которое мы будем наблюдать. Я думаю, очень скоро, как надеюсь, по телевизору, так сказать, вот, будем радоваться этими результатами. Какие еще вопросы у вас? Ну, вот это событие, вот сегодня кто победил? Сегодня не было победителя. Дружба? Дружба, это Танев, такое понятие. Вот цель, вот это сегодняшний, вот этого именно поединка ветеранов и молодежи, это очень цель. Очень важно развитие, что мы не стоим на месте, что мы возрождаем это все, пусть это будет не так быстро, но в целом процесс идет, и мне нравится, что так происходит. Что есть объекты, которые будут заниматься дети, да, и родители будут вести опять детей из подшколы ЦСКА. Как сам объект? Вам понравился? Потому что Конечно, понравился. Этот объект. Не понравился. Полная реконструкция, идеальная чистота, все четко, здорово. Все условия для работы. Можно сказать, что ЦСКА был и остается авангардом российского спорта? Советского я на это надеюсь, да. Это надо поддерживать, развивать, я еще раз повторюсь.